Серег, сегодня будешь? Буду. Окей. Ф8-1, проверка связи. Самолеты расставили, конечно, капец. Передо мной в 14-й запускается, весь самолет трясет. Миш, ты меня слышишь? Хорошо. 4-1 на связи, проверка. Слышите, Антон? 3-1, проверка. Слышу тебя, ЛТ. А сейчас поговорите мне. 3-1 на связи. Все, хорошо. Я просто проверял, слышу ли я, если положение ног стоит. Должен, да? Да, слышно. Так, кто в автомате запускает вертушку, смотрите, тут правый не запускается, потому что тепло. А, мы в автомате не запускаем. Я так на всякий случай. Лидер, это Шеви 1-1, проверка связи. Лидер, это Шеви 1-1, проверка связи. Андрюх, я тебя слышу на 800-й радиостанции. Да, понял, хорошо. Ну, ждем тогда лидера. На сколько времени? Так, внимание, группа. Внимание, группа насчет подвесок. Значит, ЛТ и Энтони, ну то есть 3-1 и 4-1 заряжают вихри. А мы с 2-1 будем работать только дурсами. Дурсы берем ОФП. Верно.
ВЦУ включить. Настройте УВ-26. Не забудьте все переключить радиостанцию R828, как она там, да? Ну, короче, на 5-й канал, чтобы слышать лидера. Андрюх, ты что, не слышишь на 30-й, чем тебя лидер тебя запрашивает? Нет, не слышу, сейчас, погоди. Лидер, это Шеви, прием. Антоха, а у тебя какой канал? 5-й канал радиостанции, правильно? 5-й канал радиостанции, ставишь 5-й канал, нажимаешь АСУ, удержишь, у тебя получается частота 30. А, я забыл нажать, понял. Примитивной радиостанции. Один-один готов. Три-один готов. Четыре-один готов. Понял, взлетаем на весеннее и идем курсом 0. Раз-два. Строимся все в правый берег. Андрюха, влево и влево.
пока можете построиться в колонну, чтобы вам удобнее было. Хотя я вообще не вижу смысла вот этого, что мы делаем, они вот у нас справа идут, блядь. Нам же надо зачистить перед ними, блядь. Я их наблюдаю, да. Ну все, я их вижу. Мы кругаля, круг доканчиваем и выступаем. Пока в колонне будьте. Я замыкающий параллельными с вами расхожу. Понял. Циркулярно восьмеркам переключитесь на ядро по умолчанию частота 2000. Потому что на 863 никого не слышим. Лидер, ответь, Шеви-1-1. Шеви-1-1 на связи. Вижу, восьмерок, выдвигаемся вперед них, чтобы немного раньше быть у города. Понял вас. Все, погнали, пока в колонне. Скорость я большую держу, если будете отставать или вам будет неудобно, говорите, я ловлю. Мы давно с тобой не летали на хорьках. Кто стреляет? Это восьмерки что-то проверяли, вооружение, походу. Тут? А у четвертого 4-1, посмотри, у тебя командир стоит. Я могу выйти тогда, не вопрос. Паш, сейчас перестал. Пойду тогда, если чей бы его СРС. Да я имею, честно говоря, ни там нет, ни здесь. Не ага, знаю, нормально, там. Хорошо. Удаление до цели 20 километров. Все нормально. Кстати, Колян, по-моему, у тебя второй стоит, либо ты передо мной. Сулин не может подключиться, борта ему не хватает. Андрюха третий стоит у меня. Вас понял, нам-то что делать тогда? Взлетайте, уходите, работайте втроем тогда. Понял. Сейчас, если освободиться, может быть, Сулин подключится. Понял. Антоха, здесь правило одной жизни, да? 5, 8, перейдите все на ядро. 5 жизней, понял, фига много. Но все равно аккуратно будем действовать. Давайте, знаете, как-то договоримся. Тот один говорит коротко, отпускает кнопку сразу. Вот, потому что у нас получается, что мы, блядь, пересекаемся по кнопкам. Понял, да. У меня пишет 23-24 сейчас. Все силы СРС сейчас, все кроме сервера одни. А что помещено с зелеными дымами? Ну, в душе я не знаю. Куда восьмеркам надо грузы? Но надо начинать, я так понимаю, поиск цели.
Фокстер, Форд 3.1. Форд 3.1, слушаю тебя. Приоритеты по блокпостам есть или без разницы, куда кого везти? Приоритетов нет, везти куда угодно. Понял, Форд 3.1. Форд 4.1, ты куда полетел? Форд 4.1, Форд 7.1, Форд 8.1, куда вы полетели? Подскажи им курс, я передам. Шеви 2.1, разворачиваемся лево. Курс на Нурабад идет у вас совершенно другой. Ребята, курс на Нурабад 350. Форд 4.1 передал, что он знает, что курс. Они в разворот уходят. Ну опа, тебе подсвечивают Форд 3.1, слышь. Наблюдаю. Работайте нурсами, мы посмотрим за вами. Форд 2, взлет по готовности, после взлета уходите на ориентир. Три один, отстреляйся туда же, а потом отойдите и готовьтесь прикрывать. Когда будете готовы, скажите, а мы атакуем по второй цели. Готовься, 2-1, будем стрелять пушкой. А, нет, не пушкой, а средним залпом зурсами. Вон второй дым, видишь, левее, который дальше, вот мы в него будем. Да, я пушкой отстрелялся, цель... А, нет, не уничтожил, сейчас вот так. Наблюдаю, пехота поражена. Отлично. Цель поразил, 2-1, за мной пошли, надо прикрыть восьмерок. 3-1, 4-1, оставайтесь здесь, работайте по цели указания. Третий принял.
Кстати, включи правый борт на УБ-26 на всякий случай. Понял. Вихрем работаю по стингерахтам. Михаил, справа цели под нами. Долбани нурсами, если успеешь. Понял, я зайду на лбану. На 1-1-1-2 продолжаем за вертолетами, займи восьмой. Там впереди желтый дым, видишь? Это цель, такаем высоту и готовимся дурсами. Мы восьмые, не забываем распаковывать ящики, меню, грузчики. ЛТ, ты цели не видишь, где правый оранжевый дымы? Мих, много не трать. Да, я тоже. Так, не забывайте, что у нас с запада колонна вражеская должна идти. Если вы там закончили 3-1-4-1, то подходите к нам и смотрите на запад. Так, вы на востоке, да, как я понимаю, где больше всего дымов? Да, на востоке. Но мы не факт, что закончены, потому что дымы оранжевые есть, значит цели там есть. Форт 1-1 на связи. Форт 1-1, ты забыл распаковать ящик. Лидер, ты имел в виду, наверное, Форт 3-1. Извиняюсь, Форт 3-1. Забыл ящик распаковать, улетел куда-то. Я понял, я его пытался распаковать, но мне пишет, блин, привезите второй ящик, типа я взял САУ, хотя я брал газель Тигр. С пушки работает, да, понял. Понял, нормально. То есть я за вторым ящиком привожу и потом распаковываю оба. Понял. Давай, давай, по-моему. Таскать, их смысла таскать нет. Таскайте легкие.
по одному ящику который. Так нет, я-то брал-то в том, чем прикол. Я брал гад Тырым-Пырым Тигр, блин, я его подбирал. Все, Миш, там цели нет. Мы ходим левее. У подорвалов грузовичок был. Видишь, справа у вас по носу. Ты нам? Так, на первый блокпост уже выгрузили. Везите на западный блокпост. Там цели тоже нет. 4-1, повтори, где цель. Ну откуда мы заходили с этого курса? Вот, все, отработаю сам. Понял. Работайте с 3-1 вместе, друг с другом взаимодействуйте. Заходите вообще парами, ходите друг за другом. Вот, как а, вчера, группа Шеви-1, не забывайте контролировать западную дорогу. Шеви приняли. Да, и 3-1, 4-1, Викри, не тратьте, понадобится сейчас по колонне. Так что... Приняли. Постарайтесь там закончить скорее и выдвигаться на какую-нибудь позицию, чтобы выбирать свою позицию для того, чтобы контролировать дорогу с запада. Форт 7-1. Подскажите, правильно выгружаю груз? Форт 7-1, западный блокпост от тебя по курсу 310, удаление 2 километра. Понял, работаю. Слушай, я что-то не могу понять, ЛТ, а ты где? Вот я смотрю, ты рядом со мной, блин, а тут 2К50. Ты что за бред? Как я понимаю, это был Андрюха, я двигаюсь курсом на 290. Вдоль дороги. Миха, мы снижаемся и отходим. А, Т-8, Форд 5-1 не отвечает, проверьте связь внутри звена у него. Наблюдаю тебя, все, я выше. Видел, Катя? Конечно. Лидер. Форт 3-1. Форт 3-1 на связи. У нас нет связи с этими портами, они как сами по себе летают. То есть у меня связь только с двумя портами восьмерок, все больше связи с восьмерками. Так, у меня нары 0. ЛТ, где я вижу? Право разворачивай. Я буду контролировать запад. Да, а у вас еще есть там какие цели, по которым вы работаете? Или уже переходите на контроль дороги? Нет. 3-1 отвечай. Мы отработали тут по всяким мелким небронированным джипам и пехоте и переходим сейчас на контроль западной дороги. Принял. Подходите к нам. Удобное положение. Вы чуть дальше, да, как я понимаю?
этими оранжевыми дылами, вот которые все эти цели, мы человек все бросаем, не работаем по ним. Да, пока бросаем, не работаем. Колонны пока нету. Отходим. Группа Коль 2, 20 удаления от ориентира, готовы работать по городу. Группа Коль 2, разрешаю работать по городу. Принял, отходим. Город, удаление 40 километров. Принято, разрешили. По тебе или по мне? Мне не попали. У меня есть ВЦУшная цель, сейчас буду передавать. Подходите на нашу позицию 3-1-4-1. Принял. Один правым разворачиваемся, зависаем тут. Андрюх, ну, блядь, важный звонок очень. Прям секунду. Давай, давай, конечно. Так, Ми-8, внимание. Ми-8, внимание. Южный и западный блокпост укреплены, осталось укрепить только северный блокпост. Третьему ЦУ скинул, работай вихрем. Цель бронетехника. Говорит Коль 2 вертушкам. Коль 2 вертушкам. Мы в зоне, ждем цели указания, готовы отработать. 3-1, отбой, там породили уже кто-то цель. Готовься на наш парень. 5-1, цели не наблюдаю. Вас принял, ожидаем. Не наблюдаю в цель. Там, где дымок, там еще грузовичок есть, а в целом, по-моему, я вижу, как колонна двигается, а может, я чем смотрю. Ищи рядом с дымком еще какие-нибудь цели, наверняка там что-нибудь есть. Ага. Да, и учти, нас оттуда жестко обстреливали, так что ракетами там аккуратно. Принял. Наблюдаю позицию минометов. Будем работать нурсами. Тебе передам цель. Штурмовики, внимание, в вашем районе истребитель противника. Олег, это нам? Нет.
Тогда штурмовики, отпуск со своим. Нурсами, да. Малыми очередями. Первый, передай, пожалуйста, ЦУ, я не совсем понимаю, тут, потому что ничего, кроме вот этого Брэдли и грузовичка, не вижу. Так, принял ЦУ. Только они. Лидер Спорту 7-1, подскажите, в зоне погрузки в городе десант нужно забирать или только груз? Отход после атаки. И груз, и десант. Как десант выбрать? Там есть у вас погрузка, выгрузка, наземный стил. Не дает, говорит, ничего ни в зоне погрузки нету. Секунду, отхожу. Форт 7-1, как нету? Вон одна группа стоит. Наблюдаю работу. Один. Отказ лево двигатель. Выбираю погрузить десант, спецназ, говорит, вне зоны погрузки. Не спецназ, а там есть погрузка, выгрузка наземных сил. Смотрю за... А у кого, почему моргает первый командир у тебя, Андрю? Не знаю. Так, вертушки, ты возьми, транспортировка, меню. И первый пункт, погрузка-выгрузка. Он отвечает за погрузку себе этих самых спецгрупп. Миха, зайдем еще разок пушкой. Заворачиваю левым, плавно. Форт 4-1, на связи, лидер. Как принял 2-1? Возвращайся. В левом, да, жду, пока зайдешь за мной, и будем атаковать. Наблюдаю. Начинаю доворот за цель, плавно. Отхожу. Колонну нашли? Хорошо. Я сейчас переключусь на наше второе звено по болтосов и скажу им кое-что, чтобы они работали по городу, а мы по колонне будем смотреть. Да, Коль-2, возвращайтесь к работе в городе.
Андрей, повтори. Ну, короче, с запада колонны нифига нет, а второе звено уже работает вовсю по северной колонне. Какая-то колонна с севера еще идет. Да, я видел, они там пушками работают с горы, да? Да, вот я не знаю, будет ли колонна запада, не будет, не понимаю. Так, работать по первой группе, включая наземную подвижную цель, 2-1. Будем стрелять, там все ПВО, все ПВО. Поэтому отстреливаемся, с ловушками уходим. Ну, да, нурсами, просто по моим разрывам. Я доворачиваю вправо, 2-1, там цели все поражены, смотрим дальше. Всей группы на курс 330, зайдем сбоку, чтобы за холмик заглянуть, откуда пуск был, и будем штурмоатаковать. Свекреми, подлетайте ко мне поближе. Ми-8 в районе Нурабада, кто свободен? Форт-5-1 на связи? Нет. Наблюдаю Чиперл, иду в атаку пушками продать. Форт 5-1 ПЗРК, если что. Выйди на связь. Стрелялся, ухожу. Смотрю тебя. То есть форт
это были цели, откуда и пушку сбили нашу. Форт 8-1, Форт 5-1 пытается. Тушку с горы, походу, сбили, вот там видишь дымы. Лидер, ответьте Кольту 2. По колонне работать еще на западе города. Кольт 2, ну там колонна, она как бы новая появилась, но первую колонну... Передал 4-му и 3-му цель Брэдли, либо Чапайл. Смотрите, там цели. Отработайте, ребята. Принято, по рыжим дымам. Третий, принял. 2-1 за мной, отходим пока в сторону. Все норм, отходим вдоль дороги. Группы сбор в колонну пар. ЛП, я левым иду, обходи, обгоняй меня там. 6 секунд, я там отработаю. Смотрю за тобой, Колян. Там ЗРКшник или кто-то. Ладно, я осажу левого. Понял, ты его не убил, да? Да что-то плохо попадает, там 4 километра. Да, продублирую. Ой, я его разъебал, от него одни ноги остались. Отхожу влево. А, отлично. Форт ли один на связи? Катапультантов на вертолетной площадке. Лидер, ответь, Шерри, 1-1. Скажи, а есть какие-то колонны еще с запада? Мы тут одну уничтожили.
уничтожили, цели больше пока не видим. Может, нам на зарядочку отъехать? Отправляйтесь, кто у вас это самое вообще больной, того нам перезарядку отправляйте, остальные дежурят здесь. Принял, понял. Колонны будут приезжать постоянно. Понял, да, мы уже наблюдаем цели, работаем. Смотрите, цель наблюдаю, курсом 285, вдалеке колонна идет. Отработайте вихрями по бронированным целям. Все, что не бронированное, мы уничтожим. Звук передать можешь? Форт 5-1 на связи, слушаю. Они видны, но я могу передать. Форт 5-1, короче, от тебя по курсу 270, но вдалеке 7 километров, сбитый летчик, его подкурили. Принял. Передал ЦУ. Передал ЦУ, буду пушкой отрабатывать по ЧПРУ. Ну и еще одну колонну разъебали. Так, что у вас с боекомплектом и ловушками? 3-1 и 4-1. 3-1. Полные нары. Половина пока пушки. С ловухами нормально в обоих? Так точно. Принял. Тогда 1-1 и 2-1 уйдем на базу, зарядимся быстренько и прилетим. Сменим вас. Понял, ну зарядимся все равно, чтобы потом сменить. А, парни, вы баражируете в этом районе, можете поработать и по городу, по дымам, но старайтесь посматривать на дорогу на запад. Да, я его видел, я хочу посмотреть. Летим немножко слева, обойдем, чтобы совсем от-за горы не вылетать.
Ну там одна беда другая, я так понимаю. Четверка полтинника. Четверка полтинников на севере, а это 25. Он просто превентивно кидает ловушки. Форт 5-1 называет лидера. Форт 5-1 лидер ответит. Он забрал капультанка. И дальнейшую газу. Форт 5-1, все, лети то же самое. Капультан там, лети на базу, там его выгрузили. Все, 1-1-2-1, уходим на базу, быстренько на скорость. Группа Шеви 1, вы вчетвером летаете, вы же хотели кого-то отправлять на заправку и перезарядку. Да, мы 1-1-2-1 уходим, 4-1-3-1 пока остаются, мы просто уничтожили колонну. Понял. Один ФЗТ пуст пушка. Форт 3-1, ты привез БРТМ-2, ты именно его и грузил на вертушку себе? Понял. Форт 8-1, пехоту только таскать, или попробую тигра отвезти туда. 2-1, давай за мной. Хотя давай напрямик, похеру. Не будем облетать эту гору. Да-да-да.
забыл, как стереть цели с обриса. Понял тебя. Не забывайте там шквал посматривать на запад. Форт 7-1, подскажите, какой груз лучше сейчас брать? Короче, вертушки на блокпосты для укрепления возят только пехоту, все. Понял. Пехоту или БРДМ вторые еще возите, если есть желание. Понял. 2-1, будем садиться на самые правые дальние стоянки, то есть площадку, самую правую дальнюю, ближнюю к нам. С левого разворота тянем. Я на левую переднюю, ты на правую переднюю. Здесь справа. Зарядка, то же самое, ОФПшные НУРСы. Не забудь поставить баллистический вычислитель на четверку, если вдруг он у тебя не был сам.
Топливо 80 мех. Топливо 80. Не забудь заправить полные БК пушки и полные ЛТЦ, но топливо 80. Как у вас ситуация 3141? Ответьте. Вертушки, штурмовики, по вам были пуски из ПЗРК? Да, были. Понял вас. По Черри 1-1 тоже был пуск, по остальным не было. Понял. А, Миха, ты пришел, нет? А, меня вообще кто-нибудь слышит? Ты повесь туры, смотри, мне повесили. Там еще 14 туров осталось, вешай скорее.
шикарно. Проверь миг, чтобы топливо было 600 килограммов в заднем баке. Ну и, соответственно, в переднем там 560. И боекомплект пушки. Готов, да? Нет, который средний. НР, АКС. А, отлично. У кого передо мной? Перед кем? А, лидер Кольт 2-4. Посмотрите на Кольт 2-2. Что с ним случилось? Ты готов, да? А, ну а где Кольт 2-2? Упал. Я его не наблюдаю. Солидер вызвал Кольт 2-4. Все нормально. Объявился, уходит на базу на ремонт. Потеря там частично повреждена. Кольта 2-2 на карте не наблюдаю. Ну, привет, ДКС. Это не привет, ДКС, это, скорее всего, его сбили. Не-не, я живой. Нет, он живой просто, он выводил кровосмесь и повредил. Шеви 3-1 и 4-1, слышите нас, нет? Кольт, садитесь на правую полосу 11. Да, они нас, Мих, как-то вот не слышат, наверное, из-за горы. Сейчас вот буду с ними связаться. Понял. Смотри, какой Ми-8 тащит огромный этот. Так, давай-ка влево уйдем. Ага, он так еще ловушками нам пострелял, типа, сваливайте с дороги. О, давай прикольнемся над вот этим чуваком. Я сейчас правее доворачиваю. Да, просто близко пролететь и влево уйти плавненько. Перед ним как бы. Нормально. Прибавил шага, потому что он, походу, разгоняться, что ли, стал или набор. И влево пошли. А, да, аккуратно там с ним. Опа, Мих, ты как-то... А, скольжение, понял. Ты как со скольжением, точнее, шел. Понял, Москва-2.
Иди, можешь. Пошли 2-1. Давай, не забивайте эфир. Форд 7-1, подскажите зону выгрузки, на какой блокпост лучше выгружать? Северный блокпост укрепляй. Понял, северный. А, наблюдаю. 5-1. 2-1, смотри, пока все цели с ВЦУ. Кто на связи? Повторите, лидера вызывал. Режим прицельное место, Колян. У меня пиздатель на миру. Ну, ракетные удары были по базе, не успели истребители их перехватить. Так, Ми-8, укреплять блокпосты больше не надо, кто сейчас везет, еще везите, а потом уже занимайтесь эвакуацией. Опять чудо F-14 проебался пулемет. Ми-8, кто есть свободный, слетайте за сбитым пилотом. Освобождаюсь. 2-1, перед нами на дороге вдалеке цели колонна. Форд 3-1, летишь за сбитым пилотом. Курс 300, удаление 72 километра. Третий первому. Да, ответил. У меня какие-то проблемы с турами. Непонятно, куда летят. При этом дальномер работает. Телеавтомат сопровождает. Не знаю, что это может быть. Проверю тебя автомат сопровождения. Автомат сопровождения. Форд 4-1, лети в город, занимайся эвакуацией. Может, ты много раз тыкал, и поэтому он сгорел на пилоте, поэтому может вернуться на базу. Вроде работал нормально сейчас. Спасибо. И мерил нормально. То есть пушкой отработал нормально. Вторая колонна разобрана. Понял. Так, Чель-1-1. Это четвертый, у меня тоже дальномер. Пизда, мы на базу тогда сходим.
Давайте, отходите, мы тут с турами уже пролетели. Мы тут остаток 2 тонны у нас, мы на базу. 200 кг, понял. О, в смысле 200 кг, да, пардон. Я вправо поворачиваю, ты с задержкой следи за мной, оттуда, куда я буду лететь, могут быть пуски по мне, не знаю, не уверен. Пока вообще прямо иди. Занимать строй, да. Давай, Коль, пока 143 стоп оставим, чтоб не мешать. Коль, 2-4, посадку на... Принял, 143. Сейчас мы их поднимемся и посмотрим с высоты, может на севере что там есть какие-то цели, поможем пацанам. Коль 2-4, садитесь на левую полосу. Коль, извиняюсь, на правую полосу садитесь. Кольт 2-4, Кольт 2-2 сел, нет? Я что, скорость перехожу на весеннее? Вставай слева или справа от меня, будем искать цели отсюда. Понятно, у меня просто там сейчас истребители на посадку еще будут заходить.
на автовесение перешел, мешу, ищу цели. Это не наша зона ответственности, это зона ответственности второй группы К-50, но мало ли. Лидер, Форд 3-1. Форд 3-1, на связи, лидер. Подскажи курс для эвакуации транспортата. Форд 3-1, курс для эвакуации 295, удаление 43 километра. Форд 3-1, понял, 295 занимаем. Свободный Ми-8 в районе Нурабада. Кто есть? Уничтоженная. А, нет, подожди, там еще есть. Ну-ка. Вот 1-1 на связи. Тоже уничтоженная. Форд 4-1 на связи. Форд 6-1, а ты где находишься? Посадку истребителя.
работаем по этим дымам. Сейчас посмотрим, какие цели определим. Готовь Нурсы. Нихуя себе, тут ЗУха стоит. Кило сзади тебя по курсу 153. На крышах домов ЗУхи. Отлетаем в сторону. А ты с грузом-то туда зачем полетел? Походу, да, а звуки тупят, потому что сервер выделенный. Но, правда, если бы они по нам стреляли, мы бы это увидели. Правым разворачиваюсь и пушкой буду отрабатывать по ЗУхам. Тоже можешь отрабатывать, почему увидишь. Пушкой пока. Форд 3-1, курс на пилота, 283, удаление 6, извиняюсь, 9 километров удаления. Вот они на высоких домах стоят. Я влево смещусь. Шеви 5-1, у нас там это Ми-8 пытается подобрать пилота. Нет, там не точно была живая. Пожалуйста. Шеви 5-1 наблюдаю, прикрываю. Да-да-да, я ее уничтожил. Я по ней попадал. Вертушки, которые над городом летают, Шеви-1. Рыжие дымы — это противник, можете работать по ним. Шеви-1 приняли? Да, работаем. А, лидер, ответь. Шеви-1-1. Шеви-1-1, на связи с лидером. А тут, походу, из-за того, что сервер выделенный, там какой-то ЕД-шный глюк, и они нас практически игнорируют, хотя тут даже звуки стояли. Ну, мы их, короче, уничтожим сейчас. Понял. Ну все, тогда работаем по дымам. Пушкой на шлемкой я работаю, ты хочешь Нурсами работай, потом поменяемся, можно так. Если хочешь, можешь пушкой тоже работать. Думаю, тебе лучше дистанцию держать побольше, либо работать самостоятельно. Можешь, в принципе, из строя выйти и работать сам. Понял. Я вот не понимаю, кто здесь. Вот я смотрю в этот желтый... А, вижу. Опять. Она на доме.
надо ракеты убить. Пулемет, наверное, не разберешь его. Там, над которым я пролетел, да, вот этот? Да, над которым ты. Понял, там все, сейчас ебанем. Группа Шеви-1, от вас по курсу 140 на удалении 3 километров есть минометы противника. Недобитые минометы. Принял, принял, да сейчас добьем, я знаю где это, окей. Спасибо. Так, я прицельной меткой буду фигарить карту. В левую иду, минометы добивать буду, давай, ебаш домик. Да. Здесь ко мне сейчас найдем минометы. Я тут медленно лечу, еще минометики. Где-то еще тут минометы были, я не помню где. Да, там миномет, я один подстрелил, больше не вижу. Да, посмотрим, может, что найдем. Форт 3-1, курс на базу 120. Нет, Миф, здесь больше ничего не осталось. Становись за мной, пошли на запад, посмотрим, вдруг там колонна подъезжает, а заодно уничтожим пару целей в городе с домами. Да, домик ты уничтожил, молодец. Группа Шеви-1, рекомендую вернуться на западную часть города. Принял, Шеви-1, идем.
какой-то, какая-то это, шишига стояла, 66-я. Блин, а здесь что, только появился дым, смотри. Ничего там не видел. Давай. А, это я думал бум. Да-да-да, а мы летим. Высматриваем цели. Берем высоту. Так, задача по доставке контейнеров выполнена. Осталось эвакуировать только этих людишек. Но я не вижу людей в зоне эвакуации. Мих, наблюдаю колонну там далеко на дороге. Везет еще людей на борту у себя. Полмих, если ты видишь, вот в зоне эвакуации я не наблюдаю групп наземных. Сними этот самый Avenger, окей? Значит, СУ даю. В общем, больше пока задач нету форту. Если только над городом летать, подсвечивать цели для наших наземников. На связи фашистик. Слушай, я сам сниму вихрем Avenger, а ты работай тогда пушкой аккуратненько. Можешь близко подлетать, там нифига интересного. Пушкой разъеби их просто всех и все. Шею 3-1, шею 1. Какая группа убежала? Слышим, да? Четвертый отвалился, что-то, видимо, отвлекли в реале. Она никуда не должна убегать. Подхожу, удаление 18. Наблюдает. Наблюдаю. Так это может быть обычный десант, который выгружали, у 9-этажек там стоит. Повтори. Вихрей у тебя сколько? 12 вихрей. Шикарно. Еще раз, на какой точке эвакуации говоришь? Крой у тебя, Мих. 4 минуты давай. Принял. Че у вас там установка? На следующей точке эвакуации я не наблюдаю. Да, опять эта вялая группа. Опять эта вялая колонна приехала. Мы там уже, я вихрями уничтожил обе ЗРК, и сейчас Миха там резвится с остальными машинками. Прием. Миха, не забудь РПС. Слетайте тогда, посмотрите, проверьте, заберите группу. Понял, замерь еще раз.
него ПТУР, он в себя целится. Так что либо быстрее стреляй, либо уходите. Взлет по готовности, уходите на город. Да, работать сразу. Все, уничтожим. Наблюдаю вашу работу. Сука, пушка просто вообще мега снайперская. Я два выстрела сделал с 1.5 километра, оба выстрела попали в ебало этому грузовику, и он загорелся. Да, все чисто. Я у тебя буду справа, продолжай этим курсом. А. Сам, я у тебя сзади сейчас. И ты же соси, кстати. Вправо разворачивайся и на меня выйдешь. Так как здесь целей больше нет, полетели в город, посмотрим, может быть, разгрузим нары. Просто тупо видим дым и туда дурсами. На, нахуй. Понял. Сейчас разгрузишь дурсу и постреляешь, и домой. Так, и восьмые на южной точке, которая D, это E3, E3 у вас должна быть. Там посмотрите, короче, на радиомаяке на третьем, посмотрите, там должна быть одна группа еще. У меня путевая 200 скорость. Так, короче, Ми-8, последнюю группу забирайте с южного, получается, с южной точки эвакуации. Она у вас идет как третий радиомаяк должна быть. Да, целей даже нету. Но если хочешь, ребят, можешь домой идти. Мы там все зачистили как могли, там даже пехоты не осталось. А там, знаешь, прикинь, на высоких домах стояли ЗУшки, и они не стреляли. Я такой пролетаю мимо, смотрю, ЗУшка стоит, думаю, нихера себе. Да, я понимаю, что если у Чепа дедикейтед, то это вот этот самый глюк с нестрельбой. Да, ты был прав, кстати, Колян. Абсолютно. На тему не стрельбы? На тему, да, выделенного сервера и этого глюка. Ну вот. Бля, заебись, пришли поболтать наш канал. Так, ну ладно, встаем на дежурство. В виражик встанем сейчас вокруг города. Можете в правый пеллинг прям вставать красиво.
Форд 3-1, ты у нас летал со сбитым пилотом. Да-да-да. А ты его выгрузил уже на вертолетную площадку? Не, я сейчас десантуру заберу и выгружу. Я думаю, не пометь отставляю. Ага, вижу. Автопилот для Джару дал сейчас. Долбани, я даже не буду, отхожу влево. Посмотрю. Курс на группу у десанта 0.52, удаление 145, вот, который ближе к тебе зеленый дым. Тебе тоже можно отработать, Андрю? Да, 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 я помню. Отработай. Там ЗУха на крыше дома. Ой, уже нет ЗУхи. Нет, 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 все нету. И пару домов тоже рядом нету теперь. Колян, там уже некуда работать. А, это ты тоже отработал? Мы оба отработали. Понял. Ну давайте за мной. Я в левый буду переходить вираж. Ох, нихуя себе. Приготовились вот на низы уходим. Тут может быть, по-моему, игла. Нет, просто написано было о том, что игла. Еще есть Нурсы, Миха? Проверь, включи, посмотри. Понял. А ну тогда отработай тут. По оранжевому, да. Прицельную метку включи, чтобы не мазать. Стреляй. У меня остатка 32. Понял. Я вижу там по ЗРКшника, вот он стоит. Так, внимание, Форд 3-1 сейчас доставляет последнюю группу. Вот он. Можно сказать, что миссия на этом закончена. Там, давай правым развернемся за мной, видите меня? Я вот сейчас... О. Давай, по правым плавно. Ну не плавно, а так. Вот с этого ракурса на дым доворачивай, я пока прямо. Вон там машинка, машинку въеби. Колян, рядом ты еще появился. Ой-ой-ой, аккуратно, Мих. Нихуя ты! Мих, это ты так? Ну ты, блядь, даешь. Да, отлично, подходи. Так, за мной не идите, я доворачиваю на атаку. Смотрите, сколько дымов стало появляться. Отработал. Отработал. Выхожу. Старайтесь просто так не стрелять, там все-таки цели какие-то должны быть. Может быть домик цельный. Нет, там домик не может быть цель. Машинка или пехотинец. А мне вот лидер говорил, что там домик типа уроните. Ну хрен знает. Да, я видел этот домик, и он мне как раз показался как раз цель. Но я не стал по нему стрелять, что-то я не понял, потому что... Понял. Я доворачиваю на очередной дым. Хотите за мной колонной ходите и отрабатывайте, дублируйте мои цели. Что тобой слежу? Ну я буду одиночными залпами Нурсами фигать. Я вижу машину. А, по ней уже стреляю.
Слета я попаду. Бах, там нет машинки. Им закончился. А вот домик... А, там дом горит. Сейчас упадет, наверное. Домик слева вот в дыму. Он горит. Ну да, пускай. Пускай, наверное, горит. Наверное, догорит, не знаю. Антоха, ты... да, Антоха, ты отработал? Я подхожу. А, понял. А, вижу, да. Что-то дым на месте ПЗРКшника, ох, ебать! Нихуя, вот это, знаете что? Нахуй, за мной все, колонну. Расстояние 300 метров друг между другом. Миха, если нужно, можешь уходить. Что за стрельба с севера? Не наблюдаю. Если видишь, доворачивай, разведай. Уже не видно. С горы, что, попадание было по кому? Не-не, просто визуально стрельбу какую-то видели. Давайте я на вас со стороны посмотрю. Повешу. Давай. Идет. Третий подходит с запада. Слева. Подходи, будешь замыкать. Один, у тебя эмейки остались? Нет, я снял. А, ну надо было сейчас, можно было по это, по моему подсвету шлепнуть. Давайте я эмейками почему-нибудь подсвету шлепну. Да ты можешь по своему подсвету шлепнуть, если найдешь цель. Мы тебе цель дадим, но вообще эмейки это против зданий. Так мы по зданию сейчас шлепнем. Ну давай попробую сейчас найти тебе цель. Но тут правда застройка, тяжело тебе будет попасть. А группа мы Шеви 1 и Шеви 5, возврат на Москву. Уходите, возврат на точку. Группа Шеви, поняли, возврат. Шеви 5, поняли, возвращаемся. А группы Кольт 2 над городом пока. На 2 не выше. Правый пелен, собираемся. Третий занимаю. У меня путевая 200. Третий занят. Левее пошли. Так, вертушки К-50 и Ми-8 возврат на базу. Коль 2 в районе города готов работать. Коль 2, пока над городом висите, обеспечите отход наших вертушек. А вас понял, висеть над городом.
А только что ты там подзадержался. Может, Ругаля дать тебя подождать? А я БК выгрузил, блядь. Чем мне назад вести, блядь? Ну давай, мы крутанемся, тебя подождем, а то чё? Чтоб, если уж лететь четвером, красиво уж так лететь. Давай, блядь, мы маршрут не разогоним. Я не так далеко наблюдаю вас. Угу. Но мы завершим вираж, как раз закончим. Погнали тут восьмерка или К-50 и еще один посвистел, что это был. Нами восьмерка что-то гонки устраивает, а так быстро летит. Так, группе Коль 2, разрешаю возврат на базу, вертушки из города ушли. Возврат на базу курсом 130. Коль 2, вас понял, возврат на базу, курс 130. А я предлагаю прикольнуться, парни. За ним встать колонной и лететь. Как вам? Попробуйте. Погнали тогда в колонну. По приколу. Провода. Угу, провода вот над той башней правее пройдем. Старайтесь идти так, чтобы не было ограниченного режима. Желтенькие лампочки на верхней панельке не высвечиваются.
А ёпты. Да, фрезануло что там. Да, я тут видишь, за каждый этот, блядь, каждый это подсвечиваю лазером лаг, подсвечиваю лазером лаг. Провода аккуратно. Выше меня идите. Блин, его хер догонишь, он так разогнался. Ноль. Посмотри, 300 или. Ага, ну он где-то, наверное, чуть-чуть меньше идет, но просто гонять его долго. Аккуратно, провода. О, нихуя себе, К50-й сбит, это как это? Он, наверное, по дороге разбился. Не поворачиваем за ним, идем прямо, мы сейчас подсрежем. Может, человеку в туалет надо? Ну, похоже на то. Просто заебался ящики таскать. Меня тут 310 аж ебашу. 25. Кто больше? Вы давайте надо больше. Смотрите за оборотами, чтобы ограниченный режим не это самое не был. И ручку от себя отбирайте. Главное ручку от себя не давать. С этими проводами просто беда. Сплошные провода. А да. Еще тут провода аккуратно. Да-да. Не пора ли уже оттормаживаться-то, нет? Да сейчас оттормозимся. Проходим низко над полосой и правым широким разворотом. Того, как два лидера. Понял. Смотрите аккуратно, он там делает маневр, не попадитесь под него. А, разрешите проход группы над полосой на сверхмалой высоте с отстрелом ОКЦ. Хули, они там запрашивают разрешение, а мы там, а мы уже проходим. А мы уже... Так, вправо разворачиваюсь, садимся на площадку, сейчас я укажу какую. Маша крайняя удача. По широкому радиусу идите, чтобы не догнать меня. Шасси выпускаю, закрылки выпускаю. На левую площадку будем сажать. Блять, а чё, Ми-8 тоже туда решил сесть? Пускай нахуй идет. Что ты там сказал, закрылки в порядке, я на переднюю. Да, механизация. Миша 2-1 на переднюю правую, 3-1 на заднюю левую, 4-1 на заднюю правую. Задний с какого вкуса? С нашего. Я сел на передний лево.
2-1 сел, вижу 3-1 сел. 4-1, не въебись с дерева. Я его вижу. А так оно тебя тоже видит. Резко дернется, понимаешь? Вертолет. Слушай, мы безопасно вообще в ноль, ноль. Чё ноль? Ноль. Без потерь. Молодцы. Так, ну что, я выхожу с рока тогда.